Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество уборки мемориала «Павшим за Родину» в Кубинке. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». В ней приняли участие также одинцовские сторонники партии. Также участники мероприятия почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу. Напомним, сквер «Мирное небо» с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке был открыт после реконструкции в сентябре 2022 года. Благоустройство велось в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».